Дорогие друзья, всем привет! Это продолжение рубрики «Челленджи», в котором я себе ставлю какую-то цель, и если я ее не выполняю, я делаю какое-то наказание. Сегодня у меня, смотрите, на Мортисе осталось 5 кубков, и он у меня на 500 трофеев. Просто пушечка, красава! В общем, ребятки, если вы не в курсе, у нас сейчас идет соревнование «Челлендж с Аурумом», кто быстрее прапает всех же персов, всех-всех-всех на 500 кубчей. А, там, смотрите, Арти с мини-пекой играется, поэтому, возможно, вы будете слышать... слышать Даньку, поэтому не обращайте внимания. Значит, смотрите, сегодня я хочу поднять Мортиса за одну игру. Если я за одну игру Мортиса не поднимаю, наказание, наказание будет прыжок с моста. И прям сегодня. Если я сейчас Мортиса за одну катку не апну 500 кубков, я иду сразу же прыгать с моста. Если вы хотите, ну если я не выполню челлендж, и вы хотите посмотреть мой прыжок с моста, ссылка на мой влоговый канал в описании, видос будет там, как я это делаю. Фух. Ребят, рекламная пауза, а я пойду апать Мортиса. А, да, ребят, и кстати, чуть не забыл, сегодня у нас последний день возможности получить бесплатно вот эти скины и леги. У вас в магазине должны быть легендарки с этими скинами. И сегодня последняя возможность получить их бесплатно от меня. То есть, если ты не можешь их себе купить, тебе куплю их я. Если тебе хочется, чтобы я тебе купил леги и скины вот эти новые, блин, офигеть просто, я купил скины. То смотри, тебе нужно выполнить всего лишь несколько простых условий. Первое, это подписаться на канал. Я думаю, что это условие ты уже и так выполнил без конкурса. И второе, ребята, условие, это подписаться на мой инстаграм, ссылочка есть в описании. И вот сегодня, под этой фотографией, среди тех, кто оставит комментарий свой, что участвует в конкурсе, вот так вот, хочу гемы или там еще что-то, сегодня среди этих комментаторов я выберу 5, а может даже и 7 или 6 победителей. Посмотрим, если 200 тысяч добьем, то возможно даже 7 выберу. Вот, победителей. И сегодня я им задоначу на леги и на скины. Поэтому участвуйте, сегодня последний день, это халява, это вообще просто изи. Условия простейшие. Подписка на канал и подписка на инстаграм. Если еще хочешь прям поддержать меня, прям по-суперски, прям можешь еще на лайв-канал подписаться, ссылка в описании. Короче, поехали, если сейчас за одну катку Мортиса не возвращаю, собираюсь и еду прыгать с моста. Поехали. Арти, ты прыгнешь с моста? А, тихо, тихо. Арти тоже, возможно, прыгнет с моста. Если вам интересна, ребята, такая тема, то ссылка на мой влоговый канал в описании, сегодня там выйдет видос, если я сейчас, конечно... Оп, блин, что-то я на Леона зря нарываюсь, да? О, пойду быка завалю. Оп, оп, оп. Да не, бык, бык, бык. Бык, бык. Тихо, 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 тихо. Да ты! Минус 5. Я так еще быстро челленджи не проваливал. 3 минуты ролик длится. Капец, блин. Да ну нах, вообще, блин. Я чувствую, я на Мортисе вообще 500 не апну. Не то, что с первой катки. Итак, дорогие друзья. Челлендж сходу был провален. Просто сходу. Я сейчас все равно Мортиса на 500 кубков пойду апать. Но наказание мне придется все равно выполнять. Итак. В описании будет ссылочка. Мои влоги. Ну или я подпишу. Прыжок с моста будет тут. Подписывайтесь на этот канал. Ну, сегодня ждите этот видос. Да блин! Бомбит! Сука, все 2 боксика мои забрала. Точнее, баночки. Блин, как я легко, конечно, забирать банки. Блин, не надо Мортиса пропать на 500 кубков. Срочно просто. Ладно, я тут постою. Не буду сегодня банок брать. Блин, жесть, капец. Я хотя бы... Я думал... Я знал, что я, наверное, с первой катки не затащу, но не думал, что так позорно. Блин, минус 5. Должно быть плюс 5, а сделал минус 5. Немножко обидно. Не-не-не, бык, не подходи ко мне. Я с тобой хоть и затимился, но... Да отвали от меня, пожалуйста. Не хочу я, чтобы ты рядом был. Динамайк, да ну не надо меня бить. Бык, да иди в попу, я не буду набивать ульту с тобой. Капец, блин. Короче, все. Все, это уже и 25 тысяч... Я, знаете, просто на одном из роликов 25 тысяч лайков набралось. Я сказал, что прыгну с моста. Думал, сейчас челлендж выиграю, там, туда-сюда, там, если что, заднюю дам, отмажусь, пускай там. Ну, все, все. Челлендж проиграл, 25 лайков набрали. Все,
Приплыли. Приплыли. Так. Так. Тихо. Семь бойцов. Ну, добейте, ну, Эль Прима, добейте. Чё вы творите, блин? Да добейте Эль Прима, отлично. О, есть. Хорошо. Так, шесть бойцов еще. Так, найс. А, так, а мне надо топ-1, да, взять? Всего лишь-то, блин. О, о, шельку спалили. О, щет, 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 щет. Шестым сдох. Да твою мать, а, вообще, блин, это просто... Все, это тут два прыжка уже с моста наработал. Как это гребаного конченого Мартиса, блин, апнуть? Так, давайте так. Если сейчас... это относится к Роме. Если сейчас я не апну Мортиса на 500, то Рома сегодня может сальто назад прыгнет с моста. Или просто задом упадет с моста. Спиной вниз. Блин, а что Рома должен выполнять это? Ай, жесть. Не, я должен Мортиса поднять. Я должен Мортиса поднять на 500. Ой, боже мой. Так. И все, сейчас Мортиса поднимаю. И сразу же собираюсь. И сразу же лечу. Поэтому, кто с Чернигова, может кто-то успеет прийти. Но я вообще не хотел бы, чтобы кто-то приходил. Мне и так будет больше страшно. Блин, я не хочу прыгать с моста. Зачем вы меня заставили? Зачем вы? Вот почему, когда я вас просто прошу поставить лайк, вы не набираете лайк. А вот когда говорю, я что-то сделаю, вы 25 тысяч лайков вот так вот на лайв-канале. Ой. Блин, так все хорошо шло, блин. И так сдох. Биби, я бы на тебе ульту набил. Да почему еще 10 бойцов? Блин, 7 минут прошло, я еще ни одного кубка не поднял. Ну давайте, умирайте, блин, быстрее. Я же вас всех не убью, блин. Точнее, я же не могу вас убивать. Биби, ты че, блин? Я ульту набиваю, Биби. Мне бы ульту набить на тебе. Все, я чисто ульту набить. Так, хорошо. Вот это если я сейчас ульту набью, это будет хорошо. Биби, 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 ты что-то разошлась. Дура тупая, блядь. Тупорылая, блин, крыса. Ух и крыса, я вам отвечаю. Ого, 9 банок, нихера себе. Ого, 6 банок. Ну что, Биби, сейчас мы с тобой... Так, 7 банок. Я хочу Биби убить, тупо хочу Биби убить. Так. Так, так, так. Ну это топ-1 можно сейчас взять. У меня 7 банок. Я самый тут мощный. Ну давайте, мочитесь уже. О, у меня хилка, отлично. Так, 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 так. Воу, отхил. Ну, все. А хотя, подождите, что все? Еще одна тычка, еще одна тычка. Блин, 100 хп. А что я не добил его, блин? Как-то не хватило. Но я взял топ-2 плюс 8. И остается последняя каточка. 3 кубка. Фух. Фух. Жарко. Я даже если апну Мортиса, мне все равно сейчас идти прыгать с моста. Поэтому, пацаны, быстрее, быстрее на мой влоговый канал. Я вас жду там. Пожалуйста, придите, посмотрите этот ролик. А, и на Инстаграм тоже подписывайтесь. Да, там, может, выложу сторис, не знаю. Блин, ну, вообще идеальная была каточка предыдущая. Не знаю, как будет с этой. Мне повезло, что бык 9 банок взорвался. Так бы я, может, так жестко не нагнул бы никого. Ну, Пэм, ну... Ну, 2 банки я стырил. 2 банки я стырил. Так. 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 Татара, блин. 3 банки, нормально. О, динамайка бы убить. Блин, вот сейчас зажимают, зажимают. Надо куда-то уйти, надо куда-то уйти. Тут есть кто-то, нет? Так страшно. Оп, тут никого, все, отлично, все. 3 кубка, это 4-5 место, да? 5 место, а, 5 место, 2 кубка, лол. Обязательно 4 место надо. Ой-ой-ой, что за лаги? Что за лаги? Нет, пожалуйста, последний бой лагает, нет. Блин. Блин. Так.
тут есть кто-то? Фух, тут никого. Блин, они ульту друг на друге набивают. А можно Мортиса к себе в тиму? Можно к вам в тиму? Блин. Можно к вам в тиму, плиз? Ну пусти меня в тиму, Нит, а что я тебе сделаю такого страшного? Ладно, не хочешь, как хочешь. Что, есть тут кто? Никого? Никого, хорошо, тогда тут посижу. Мне тупо надо четвертым сдохнуть. Блин, ну конечно ульты нету. Была бы ульта, я бы уверен, что я четвертым сдохну. Ну типа, что тут осталось? Вон, два бойца. О, сейчас бэкап будут поджимать. Я тут посижу, короче, чтобы меня тупо не видели. Я хочу просто взять Мордиса на 500 кубков и на этом закончить. И все, иди, спрыгать с моста. Все, я реально после этого видоса иду, прыгаю с моста. Но это будет на видео. Это все вы увидите. Может кто-то придет вживую, посмотрит, не знаю. Стремно, капец. Так, о, ну все. Зашибись. Ну, они вместе, да. Ну да, они в тиме. А, лошара! Закрысили друг друга. Блин, если бы я ультанул, может быть и убил. Но! Мортиста на 500 кубков. Смотрите. Правда. Если кто-то напишет бы здорово, спасибо заранее вам. Итак, друзья мои. Это просто какой-то нереальный праздник. Вообще, уф! Блин, так красиво зачисляется. Фух. Итак. Посмотрите на эту картину, ребята. Мне осталось апнуть Биби и Тика. Если я это сделаю быстрее, чем Аурум, я затащу челлендж. Друзья. Сейчас посмотрим, что там у Аурума за ситуация. А, кстати, забыл сказать за клуб. Вступайте в мой клуб, 13 тысяч кубков, одно место. Но я буду освобождать места, поэтому жду вас. Блин, ребята, надо вывести клан в топ. Смотрите, мы в списке лидеров, клубы местные. На 5-м месте. Давайте, мы можем Аурума обогнать. А, не, у него там жестче гораздо. Да, жалко, блин. Ну, вот это, наверное, максимум, сколько мы можем. Хотя, если бы вы зашли в мой клуб, это было бы круто. Я сейчас специально освобожу место для кого-то. Блин, очень буду рад, если кто-то зайдет с высокими кубчами. Флаффи, сорян, бро. Без обид, но нам надо... Нам надо высокие кубки. 12 тысяч еще не буду кикать. Итак, Аурум. Так, данные. Не, стоп. Список друзей, список... Да, блин, где этот список друзей? Общение, друзья. Так, и где-то тут Аурум. А, вот он. Профиль. Итак, сколько Ауруму надо поднять? Ему одна катка Кольт, одна катка Фрэнк, Нита пускай одна катка. Ну, Дэрил, все, это типа на изи, это можно за один раз. И Мортиса можно за один раз. Значит, у него Тик 40 кубков, Брока ему... О, да ему тут... О, блин. Ну, короче, ну мне тоже как бы сейчас Тика, Биби апать. В общем, приходите на сегодня вечером на стрим. Ой, ссылки в описании не будет. Стрим будет на этом канале, главное на колокольчик нажать. А я пошел прыгать с моста, друзья. Вот у меня крепление на руку. Сюда я присобачу камеру. И пожелайте мне удачного полета. Ребятки, жду вас на моем логовом канале. Пожалуйста, мне ваша поддержка очень нужна. Мне очень страшно, я боюсь высоты, но я это сделаю. Надеюсь, вам понравится влог. Ссылка на влог канала в описании. Все, ребят, подписывайтесь, участвуйте в конкурсе. И скоро увидимся, надеюсь. Пока. Ой, блядь.